Праздник для горожан и их четвероногих друзей. Сегодня в администрации города состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящим гонкам на собачьих упряжках. Они пройдут 28 и 29 мая на территории горнолыжного центра на озере Банное. В чемпионате примут участие именитые спортсмены из Екатеринбурга, Уфы, Самары, Челябинска. Им предстоит сразиться в четырех дисциплинах. Соревнования будут проходить по дисциплинам. Это бегуны с собаками каникросс, велосипедисты с собаками байкджоринг, карт, то есть это тележка, в которую запряжено 4 собаки, и скутеры. Это своеобразные самокаты, в которые также запряжены собаки. Зрителям также будет чем заняться. Торжественное открытие чемпионата «Стальной рубеж» пройдет 28 мая в 15:00. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы, а все желающие смогут сфотографироваться с собаками. Помимо этого состоятся мастер-классы для маленьких зрителей. Желающим испытать себя и четвероногого друга можно зарегистрироваться в официальной группе соревнований. Заявки принимаются от участников не младше 12 лет. Собака может быть любой породы. Вход на мероприятие свободный.